День добрый, в шестке. Привет из Белостока. Сегодня подавалась на карту сталого побыта. Документы, которые я прилагала, это фотографии 3,5 на 4,5 сантиметра, три фотографии. Паспорт, карту поляка, паспорт и карту поляка пани отксерокопировала все страницы в Жонте, бесплатно все отксерокопировала. Паспорт и карту отдала назад. Так, ксерокопию забрала себе. Внесок можно заполнить на месте, можно взять домой заполнить. Там на трех языках, все понятно. На трех языках, да, все понятно. Но ваши персональные данные. Но инспектора, если что, подскажут по каждому пункту. Да, по каждому пункту все подскажут, расскажут, как что заполнять. Мельдунок на год я подавала. Для этого они дают другую бумажку какую-то? Да, они подают такой шаблон документа, где ты пишешь, замельдовался ты или не замельдовался. И не нужно этому подтверждение документальное. Они сами проверят потом твою честность, твою честность по базе. Да. Ну и самый важный документ – это справка из полициальной школы. То есть это может быть ваша умова о праце, но умова о праце должна быть не меньше, чем на 3 месяца, если вы подаетесь на карту столового побыта по карте поляка. В моем случае, просто я планировала записываться в полициальной школе учиться, и у меня были документы из полициальной школы, поэтому я подавалась по тем документам, которые у меня были. Чтобы сделать документы из полициальной школы, необходимо паспорт и перевод вашего среднего образования. Аттестата. Перевод с российского на польский. Мы в Ужон-Зимейском на Броницкего 5, где вы будете мельдоваться, делать песель. Там есть книжка, вы можете попросить у пани, да, книжка тлумачей, и там вы увидите адреса, телефоны тлумачей. Мы выбирали тот, который ближайшего, на Броницкего 17. Там же они заверяют. Листик формата А4 стоит 35 злотых. И неважно, это аттестат 100 знаков или это какой-то документ 1800 знаков. 35 злотых. Да, 35 злотых. И в полициальной школе мне выписали такой документ, свидетельство о том, что меня берут на учебу в феврале месяце. И этот документ я принесла в Ужонт и приложила его к основным документам на сталый повод. Когда инспектор будет? А еще мне сняли отпечатки пальцев, вот, и сказали, ждайте решения. Поставили еще печать в паспорте о том, что все документы приняли. И сказали ждать 3 месяца. На этой неделе сказали, что придет корреспонденция. В ней будет написана фамилия инспектора, который будет заниматься моим делом. И телефон, по которому я по каким-либо вопросам могу обращаться к инспектору. Какие следующие видео? В следующем видео я расскажу, как делала песель. И как готовилась к сдаче экзамена по карте поляка. Ну то все. До свидания. До свидания.